Незаменимое устройство в каждом доме. Именно на нем лежит ответственность за сохранность наших любимых продуктов. Тяжело поверить, но когда-то он был предметом роскоши, и лишь немногие могли его себе позволить. А что делать, если этот предмет теперь уже не роскошь и сломался? Как сохранить продукты в холоде? Давайте спросим у горожан. Поехать купить, наверное, новый. Как-то холодильник. Поместить продукты в холодную воду. Масло сливочное ложишь. В холодную воду, ведро с водой, там что еще, но я не знаю, у нас как-то нет таких продуктов, мы как-то не страдаем. К соседу отнести. Съесть. Быстрее выковырить лед и в тазик со льдом вместе, можно одеяло на лицо, полиэтилен добавить. В погреб спустить, на лед положить. Если зимой, то на балкон. А вот немногочисленным ученым, проживающим в Антарктиде, холодильники ни к чему. Температура зимой там достигает минус 80 градусов по Цельсию. Это больше, чем в самом мощном холодильнике. Да и летние минус 25 на градуснике не дадут продуктам испортиться. Изобретайте новые способы сохранения продуктов в холоде, ведь никогда не знаешь, когда техника выйдет из строя.